Всем привет! А сегодня мы с вами на пляже Багратион. Вот такой вот он сейчас в осенний период. На пляже полно ракушек. Вот смотрите. Эх, кто еще прикрывает. Рапанчики всякие разные. Тут. Летом бы детвора бы их с радостью бы собирала. А сейчас вот видите, никомушеньки они не нужны. Так вот валяются на пляже. Даже никто не подбирает. Нет, ну может быть мелкие могут быть. Придут, найдут, если. Пляж Багратион немножечко изменился. Судя по всему, тут тоже, как в районе устья, проводились работы. Тяжелая техника, я просто обратил внимание. Видите, эти большие волны. И посмотрите на эту наблюдательную вышку. Такое впечатление, что ее засыпало. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Но у меня такое ощущение. Что тут ближе к пляжу? Нормальная галька, можно полежать, позагорать. А вот на вот этих волнах я даже не знаю, как будет летом-то. Тут хошь не хошь, лежаки бери. Вот эти какие здоровые. Лет 40 назад вот типа таких были на центральном пляже. Как будто бы нагребло такое, да? Инородное тело, так сказать. Лесенка на спасательном посту уже и не нужна. Тут можно так залезть. Не лежали, он такой низкий был наблюдательный пост. Не знаю. Нет, все-таки мне кажется, такого резкого перепада не было. Это какие-то завезенные что ли камни. Чуть ли не обрыв. Смотрите. Ох. Вот так вот. Может быть, морем так подмыло. Ну не знаю, как-то странно. Вот. Непосредственно вот этот участок. Наверное, все-таки какие-то были. Проводились работы. Вот. Ну, сами видите, пляж пустой. Народа никого. Что на Багратионе, что на Заморье. Есть мусор. Конечно, к лету его уберут. Его сейчас, он, видите, периодически, видимо, собирают и сжигают прям тут же. Но алюминиевые банки, они как рукописи, не горят. Видите. Не очень красивая, конечно, картинка, но, ребята, поверьте, винить в этом мы можем только сами себя. Ну, я не имею в виду, не перехожу на личности, но я имею в виду людей, человеков. Так как бросаем это здесь все, только мы. Я вот лично не бросаю. Вот, так что себя винить не буду. Всегда уношу с собой куда-нибудь в мусорку. Пляж в море. Кафешка, здесь вот проходили детские пенные вечеринки. Вот прям перед ней бар, волосатый дядька какой-то тут все время что-то. А теперь там зависают вон вот эти вот собачки. Еще весной они были малышами, я помню, щенками тут кормили. А теперь такие вот здоровые псы. Вон там вон лежат. Ну, ведут себя не агрессивно, но и слава богу, пускай себе загорают. А то помнится, на днях я в эфире ходил, пару раз на меня бросалось ни с того ни с сего. А я ведь себя хорошо вел. Да. Море отличное, но я купаться не полезу. И на купающихся на этом пляже в море не наблюдаю. Кто сюда пойдет? На центральных еще видел, да, были люди купались. Ну, там пляж, в принципе, если пройтись, наверняка встретим кого-нибудь. Какого-нибудь манжа. Ну, с утра плюс 10, поэтому как бы дикого желания купаться у меня, вот, честно говоря, нету. Как бы вот так.
Так, ну что, давайте дойдем до вот пляжа Прометей. Да и, наверное, уже все. Как видите, тишина, спокойствие и не души. Зато солнышко светит хорошо, спину пригревает, тепло. Когда ветра нету, в принципе, 10 градусов, очень даже комфортная температура. Такая вот. Пляж Прометей. Прожектор, к сожалению, сняли, а так бы вечерком было бы красиво посмотреть. Закрытая территория Прометея. Сейчас там никого нет, кроме каких-нибудь собак породы алабай, блин. Во всяком случае, весной они там активно гуляли с гадками. Ну, может быть, не алабай, я не знаю точно. Но помню, что большие такие огромные собаки. Я просто название алабай запомнил, вот и все. Сейчас покажу вам рисунки на этих столбах. Да и все, наверное. Что показывать еще? Море, если только. Так, видели вы его уже неоднократно. Черепахи, акулы, катера, пальмы, дельфины. Все, что осталось нам от лета. Древние люди еще, наверное, не знаю, в каком веке до нашей эры, нанесли вот эти вот рисунки. Как бы так. А вот что касается собак, я не ошибался. Вон там сидят на солнышке, греются. Здоровенные такие. Все, друзья. На этом, в принципе, можно заканчивать нашу прогулочку по даже трем пляжам. Багратион, Прометей и Взморье. Тихо, спокойно. И только вот разные размеры обуви можно прямо здесь сейчас примерить. Как бы вот так. Кстати, вкусно пахнет ледом. Ну все, всем пока, до новых встреч в эфире. Пойду. Пойду куда-нибудь еще что-то.